С 19 августа по 16 сентября в Челябинской области пройдет профилактическая акция «Внимание, дети!». Сотрудники ГИБДД активизируют работу по предотвращению детских ДТП. За 7 месяцев текущего года на территории города Челябинска зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 120 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. В большинстве случаев такие аварии происходят по вине водителей, а 20% детей попадают под колеса по собственной неосторожности. Поэтому экипажи ДПС будут приближены к пешеходным переходам у образовательных учреждений. Также будет усилен контроль за перевозками несовершеннолетних в транспорте.